тест. Мой стол барахлом и календариком. Я в розовом халате, который вызвал кучу ажиотажа. И по боли поверх платья. Удобно мне. Полочка, которую дедушка делал. Так. Или вот так. Велик с шарфиком от Мити. Там от меня елочку видно. Вот та елочка. Елочка. Если нормально запишется, я на эту камеру тогда запишу видео поздравления вам. И систему даже, наверное, оставлю на ноутбуке. Хотя она очень сильно недопиленная. И это не память моя маленькая на компе. 1 гиг. А скорее программы нашпигованные. Конечно, много полезных, путных. Но все какие-то... Как бы... На 7 стартер на винде, которая тут раньше была, неполные. Вроде все работает, по крайней мере должно, но что-то не идет. Тут, кстати, чипсики. Я треть где-то пакетика слопала. Оставшиеся конфетки. Это для моей родни. Для тетушки в основном. Сестры обойдутся из этого пакетика. Я даже не знала, что тут видео можно записывать на камеру. Камера, когда была семерка, была очень хорошая. Тут я все остальное сложила в этот пакетик от Аленки, от Калина. Ну, сейчас посмотрим, что получится у нас. Тест. Видео.